Певец Дан Балан, с которым приписывают роман артистке Тине Кароль, показал свое лицо крупным планом на интересном фото. Известный артист редко балует своих поклонников снимками, пишет Политека.нет. В этот раз певец опубликовал новое фото, на котором предстал в загадочном образе. Балан позировал за стеклом, на половине его лица появилась темная тень. Артист бросил взгляд налево. В итоге фото получилось довольно интересным. Тем более, что можно было рассмотреть лицо артиста крупным планом. «Красные глаза. Тень японской айвы. Осень отпускает», — написал Балан. За час пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев. «Я не сплю, вторая фотка за неделю. Дан, Тина не в той стороне, смотри вправо. Дан, какой ты загадочный, айва вяжет. Мы скучаем. Добрый вечер, прекрасного вечера, дорогой Данюша. Большой привет из Германии, где пропадал. Какой ты красивый. Боже, вторая фотка за неделю. Мы ведь и привыкнуть можем. Балуешь нас, Даник. Красивый, нереальный», — написали пользователи сети. Напомним, Дан Балан позировал с двумя детьми, а за ними виднеются и другие малыши. Этот снимок был сделан во время съемок клипа «Ньюма Ньюма 2» в Уганде, в котором Балан вовсю веселился с местными малышами, вспоминая культовую песню «Озон» Драгосте Одинтой.